Всем привет! Если ваша микроволновка начала издавать непонятные звуки, искрить, как будто внутри нее работает сварка, значит, пришло время заменить слюдяную пластину. Слюдяная пластина закрывает магнетрон. Я уже установил новую слюдяную пластину. Вот так выглядела старая пластина. Как видите, она начала прогорать. Поэтому и микроволновка такие звуки издавала. Я уже начал присматриваться к новым микроволновкам. Думал, что все. Пришло ей время, так как это уже у меня проработано около 10 лет. Микроволновка хорошая, много в ней разных функций. Но в основном мы пользуемся ей как для разогрева пищи и разморозки замороженных продуктов. Итак, выкрутил я старую пластину. На рынке приобрел примерного размера кусочек, обошелся он мне 100 рублей. И дома вырезал. Приложил аккуратно ножницами вот эти уголки. Пообрезал, повырезал. Круг я вырезал канцелярским ножом. Значит, вставил новое лезвие для таких ножей. И аккуратно обвел и вырезал. Значит, края потом необходимо зачистить очень мелкой шкурочкой, чтобы не было по краям, где вы обрезаете, лохматостей, потому что тоже может искрить. И вкрутил новую, вот все прекрасно работает. Сейчас покажу, что микроволновка у меня работает. Итак, ставим чашку с водой и запускаем. Все, пожалуйста, никаких искрений, никаких посторонних шумов. Благодаря новой пластине слюдяной микроволновка опять работает. Кому была полезна информация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Всем пока, всем удачи в ремонтах.